щеглы! Всем привет! Новогодний последний выпуск самого острого соуса. Вот и настал тот долгожданный момент. Вы уж, наверное, скорее всего и забыли, да и мы уже забыли, что такое острое. Что такое острое, да. Мне кажется, нам сегодня будет как раз из-за этого намного острее. Стер пыль. Точно? Помните, не помните, это самый острый соус, который мы не попробовали. Не помню, мы там лайки собрали, да, не собрали. Он брутали. С вас лайки, мы будем самую острую пиццу делать. Если вы наберете, давайте, 50 тысяч лайков, и мы все эти острые соуса, если вы не видели, можете пройти, да, по каналу. Перемешаем. Найти. Перемешаем и забубухаем, мы будем пробовать. Это самый острый соус из натуральных, что возможно получить. То есть не выделены капсатин, а вот, значит, всякое разное. А как он называется? Брутали. Брутали от фирмы Curly's. Вот карточка. Понять не знаю. Чё ты делаешь? Проездной свой показываешь. Думаешь, все пропустят? Чё-то по-неросски написано. Смотрите, ложечка золотая дается вместе с ним. Вот, в тюрьму сядешь, с ней будешь. С дырявой. С дырявой ложкой. Использовать мы ее, наверное, не будем. Вот так красиво выглядит соус. Крекеры сегодня. Да. Или как они называются? Крекеры. Да, ну, мы просто так подумали, что надоело вам, не надоело, надо попробовать последний соус. Добить уже. Да, и, наверное, все, наверное, если что-то новое не появится, может быть, вы напишите в комментариях, хотите вы, что напишите, что, чтобы мы попробовали. Сейчас ссор начнется, я не могу собраться. Давай, что ты десна сушишь, давай. Начнем. Чё? Каролина Риппер. Яблочный уксус. Гост пеппер. Так. Скорпион. Сейчас будет запах его тот самый. Кокосовый нектар. Все, блять, опять срать. Ай. Крови. Говно опять. Это, блять, ядерное будет. Короче, там еще два каких-то перца. Я уже забыл этот запах. Хорошенько болтану его. Господи, и разбил. И в рот. Как тебе, дристоебина твоя зажила? Зажила. Сейчас будем опять восстанавливать. Егеря нету, блядь, сука. Повезло. Помер бы. Что, на кончике? Давай на кончике. На наши кончики давай. Ну, это ты с моего конца слезнешь. С твоего. Блин, нахуел-то как? Ты с ума сошел? Я сейчас себе столько же. Да, ой, нет! Куда, блядь, столько? И вот так вот есть, это да, было много. Да классно. Да иди она на. Сколько, блядь, не жрали несколько месяцев? Ну, представляешь, я просто умру. Она больше, чем на. Давай, этом, за смерть. Блядь. За какую на. Опа. А, молочко есть заготовлено, все есть. Блин, оно пахнет, у меня нос аж драть начинает. Ну, не драть, а чисто. Сейчас икать начнем, мне кажется. Я думаю, что пиздец будет. Я всегда с острова икаю. Ой, да хоть посмотрю, да больно, да хуя. Да нормально, давай, погнали. Зато хоть что-то почувствуем. Или да хуя чего. Я вот с этой капли да хуя чего почувствую. Куда ты? Нормально. Чекукан, блин, сука. Тихо, глаз выкаленно. Вот так вот буду. Блин, вот она, еб... Сейчас, по секунду. Вот, блин. Я не могу. Да не бойся, все, давай. Ам и все. Давай. Ради подписчиков. Что? Ну пожалуйста. У меня еще можешь спрыгнуть с окна. Давай. С окна. Да что? Давай, кусаем. Ам и все. Ам съел. Не могу. Давай кусай. Не, кстати, у тебя, смотри, там какой-то волос. Это... Мой с бороды, наверное. Не, это с лобко. Черепашки. Кто делал? Давай хоть по половине сначала. Не, давай весь. Ну как весь? Кусай. Кусай до половины. До крекера. Нет, там где соус закончился. Половина этого. А не, если, давай. А если... Да давай. А если, смотри, а если... Ну, не, давай сразу же весь. Хватит? Да хватит. Давай весь. Что? Ну чтоб прям вообще орать. Давай весь. Любишь меня? Давай, хуй с ним. Заебал, блядь. О! Сука! Да, спустя пару месяцев это... Сука! Иканул. Ой. Ай, блядь!
Да. Весь это мы лишь одули. Конечно. Ой. Сука. Ебать, он острый. Сука. Язык весь дерет. Сука! Да нахуй нам надо, блядь. Я правда, видать, забыл, насколько это остро. Что трясет всего. Первый, ой, блядь, последний раз эту хуйню, блядь, этим занимаюсь, блядь, нахуй, пизду, блядь. Салфетка? Может, с тобой на выдуманном языке научились разговаривать? Салфетку тебе дать? Ай, жесть. Сколько же в нем сковерит, а? Съешь эту штуку. У меня прям под это, под прошло чуть-чуть. Видимо, другие рецепторы задействовались. Ёпта, я думал, ты мне... Нет, просто чистенький. А мне помогло. Ой, блядь. Десять, не чувствую. Пиздец, блядь. Это жестко. Сколько ж там сколили-то? Не, ну правда, это еще из-за того, что мы несколько месяцев уже. О, блядь. Где эта карточка-то? О. Ты ее все заплевал. Рембрандт, на. Красиво, кстати. Она до сих пор... Я пиццу собрали. Ну его нахуй, блядь. От слов отказываешься? А за 50 тысяч? Сами делают, едят, блядь. Ставьте, мы его заставим. Горит пизда. Блядь. Ядрёный вож, сука, блядь. Ты весь в молоке. Да ну нахуй, блядь. Ой, блядь. Настоящая боль. Ой, блядь, мне еще, блядь, хватит, Леонид. С молока. Ты выпил-то хорошо, раз у тебя там стакан. Литр кончился, а в стакане еще 0,5 нет. Ты 0,5 выпил. Не, ну я не ожидал. Ай, блядь. Я не знаю, надо было какой-нибудь, не знаю чем. Что, в рот положить, чтобы легче стало? Мятную конфетку, говорят, проходит. Да? Да. Кто-то писал в комментариях, что мята. Нормально, надо когда-то тоже попробовать. Нихуя, блядь. Мята, самое главное, вообще не чувствую. Не, мяту вообще не чувствую. Просто пластик в рот положили, как будто. Это от Бристол для кота у меня. Таблетки? Ну, друзья, с наступающим вас. Низкий поклон, что вы досмотрели до этого момента. Надеюсь, посмеялись от души. Угу. Над нашими мучениями. Ой, все, в этом, да и вообще, наверное, хватит нам. С острым, блядь, в этом году. Год был тяжелый, но продуктивный. Чего только не было. От всего сердца поставьте лайк. Ой, у нас еще там ссылки. Отсюда мне все на... Инстаграмы в описании, ребята. Я не могу. Все. До встречи. Я пойду. На упокой нахуй. Ну что, надо... Блевать. Да не, блевать я не хочу, хотя хуй его знает. Что-нибудь, я не знаю, что-нибудь положить на... Не знаю. Лед. А есть лед? А есть лед, да, блядь. У меня же уша, блядь, заложила нахуй. Пиздец.